Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 6 сентября 2018 года. И сегодня знаменательный день в нашей жизни. Сегодня нам, наконец, врезали газ. Утром пришли два мастера. И вот врезали вот эту трубу вот к этому стояку. Вот, вот эта вот труба изогнутая, она была выше. Выше практически доходило до счетчика, но они еще так повозмущались, почему так нам сделали такую высокую трубу, вот, потому что, во-первых, варить там неудобно, потолок натяжной мог пострадать, поэтому они открутили эту трубу, поставили вот эту вот трубу, которая была у них с собой, вот, все врезали. Видите, ничего не пострадало, потолок, обои, хотя здесь был открытый, так скажем, огонь, сварка, искры, ничего не пострадало. И сегодня же пришел другой человек, тоже с газовой службы, и подключил нам котел. Котел подключил, снял кран, который должен идти на газовую плиту, у нас еще нет. Этот газовый кран остался, вот он идет в котел. Сегодня я утром сделал вилку, подсоединил к проводу, который запитывает котел. И все, это стабилизатор, который должен быть. И вот пришел мастер, быстренько подключил. Вот она у нас газовая плита здесь. Вот это у нас электродуховка, еще пока в упаковке. Вот, газовый шланг, которым потом будет подключаться газовая плита вот к этой магистрали. Вот, ну и горячая вода, друзья, вот она, все, пошла. Вот такие у нас приятные новости сегодня. Сегодня 6 сентября, заехали мы в квартиру 12 мая, дом сдали у нас 31 декабря 2017 года. Ну вот, считайте, что прошло практически 9 месяцев, не 9, да, 8 месяцев, и газ у нас в доме появился. Ну, а почему газовую плиту мы еще не поставили? Ну, потому что мы еще не определились с кухонным гарнитуром. Вот как мы только его приобретем, потом все это врежем плиту и мойку, и потом уже вызовем опять газовщиков, которые нам уже подключат газ к газовой плите, и мы заживем уже полноценной жизнью с газом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Это канал об Анапе, о переезде в Анапу, о жизни в Анапе, о том, как мы поселились в эту квартиру, как делали ремонт. Все это можно посмотреть в моих видео. До следующих встреч. До свидания.